О том, что весну девушка будет встречать уже в своем жилье, и подумать не могла. Многоквартирный жилой дом, в котором Снежана приобрела квартиру, должны были ввести в эксплуатацию в конце текущего года. Однако сроки заметно сократили. В квартале своей мечты девушка поселилась раньше на 11 месяцев. Здесь есть места для отдыха как взрослых, так и детей. По проекту жилого комплекса предусмотрены в его центре две аллеи, которые охватывают всю его территорию. Для меня это является несомненным плюсом, так как для вечерней прогулки мне не нужно куда-то ехать. Я просто могу выйти из дома и атмосферно провести вечер. Будущим жителям Норда представлена социальная и коммерческая инфраструктура, просторные дворы, детские площадки, магазины и аптеки. Предусмотрено место под детский сад, школу, поликлинику. Все в рамках одного жилого комплекса, в который входит 17 домов. 12 панельных, 4 кирпичных и 1 монолитный. Все это должно понравиться жильцам активно развивающегося индустриального района. На сегодняшний день в жилом комплексе «Норд» введено в эксплуатацию 9 жилых многоквартирных домов. На этапе строительства на сегодняшний день находится еще 7 жилых домов. Сроки сдачи преимущественно 2023-2024 год, но рассчитываем на более ранний ввод в эксплуатацию. К слову, приобрести квартиру в новом жилом комплексе пока еще можно. Выбор есть как студий, так и многокомнатных квартир. Особенность которых, отмечает застройщик, тщательно спланированное внутреннее пространство, чтобы жильцы себя ощущали, как в квартирах Северной Европы. София Ценко, Вадим Быстревский, «День с толком».